На выставке представлены все направления индустрии гостеприимства: торговое и вендинговое оборудование, кофемашины, автоматические системы управления для предприятий индустрии гостеприимства, широкий ассортимент продуктов питания. Сегодня дан старт работе сразу двух выставок. На гостеприимство, что наш город должен быть самый красивый, самый гостеприимный, самый привлекательный. Сюда народ должен приезжать с удовольствием, быть здесь, жить и уезжать с радостью и мыслью вернуться обратно. Видимо, это главная задача и у строителей выставки. Организаторы, а это выставочная компания «Сочи Экспо», уверены, городу с такой развитой гостиничной сетью и санаторным обслуживанием интересно познакомиться с тем, что нового представляют участники выставок. Здесь можно сразу же заключить контракты. В этом году мы вышли в московский регион с нашей продукцией, начали представлять мороженое за пределами Краснодарского края. Сейчас хит выставки – это мороженое «Коровка из Кореновки». С этим мы сюда и приехали. Насыщена и деловая программа. Это семинары и мастер-классы от известных экспертов отрасли. Привлекает выставка и студентов сочинских вузов. Так как я студентка Сочинского государственного университета и учусь на факультете туризма и сервиса, это по моему профилю, мне интересно, я пришла ознакомиться с продукцией и с оборудованием. Выставки открылись в новом выставочном центре у Морпорта, где удобная парковка. Время работы с 10 до 18 часов. Вход свободный. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.